Брекуном и на протяжении очень долгого времени. Первое взятие ворот организовало Цыганов с передачи Кашкара и Колготина. Ну, я скажу, что не без курьеза эта шайба получилась, но давайте с этой камеры будет лучше всего видно. Попала шайба изначально в штангу, отскочила в ворота тогда, отскочила в конек тогда еще Петрова и оказалась в ворота. Следующую шайбу долго ждать не пришлось, буквально 4,5. Денису Гротику, как защитнику, знать, да, ну, что нужно сделать. Ну, крышку выставил вперед, иди в стык, и все, чтобы он попал в стык, крышка, шайба улетит вверх. Тут пустые ворота, видите, вот забивает опять. Это уже четвертое взятие ворот. Кашкар и Колготин уже ассистировали Цыганову, который... Вот тут Кашкар пытался все сделать сам, грамотно, красиво, а Цыганов в этот момент забрасил. Чуть-чуть, все они... Там с какой-то контратаки или атаки сход. Ну вот сейчас, смотрите, Колготин выиграет борьбу 1-1 у Комбоевича. Идет бросок и добивание в пустые ворота. Тут сложно вратарю, он сыграл по броску и когда... Но Цыганов даже толком хит-трик свой не отпраздновал. С передачи Кашкара и Колготина в результате остановил окончательный счет 7-1. Ну, Денис, резюмируй свои впечатления по этой игре. Ну, Юнас очень быстро двигалась, шайбу двигали, я бы так сказал. И они пытались все сделать. Делали все очень быстро. Не таскали эту шайбу, все в движении. Пас, пас, пас перекатящимся, розыгрыш, комбинация. А игроки Шахтера, они действительно очень много теряли. Именно проиграли игру под воротами. Теряли игроков, и им очень много сегодня голов забили именно.